Я думаю, что идеальный президент Украины, который нужен Украине на данный момент, это человек, который может навести порядок и успокоить все стороны конфликта. То есть тот человек, который смог бы понять все задачи, которые стоят у всех вокруг этого конфликта, и каким-то образом эту ситуацию разрулить. И при этом еще сделать так, чтобы народ Украины, который очень сильно разобщен в данной ситуации, остался этим доволен. Ну, то есть практически не решить, то есть он должен решить практически нерешаемую задачу.